Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог, а начинать мы его будем с вами с покраски волос хной. Я взяла два вот таких оттенка, но сейчас меня почему-то берут сомнения. Первый оттенок, так, они у нас обе Fit Cosmetic. Нет, вот это Fit, да, обе Fit Cosmetic, это тоже Fit Cosmetic. А вот это вот в тубе у нас получается с вами оттенок 73 карамель. Вот так он выглядит. И бургунд. Но он на упаковке такой сиреневым отливом. А я посмотрела в отзывах. Брала я на Wildberries или на Озон, по-моему. Озон, а Wildberries вот наклейка. Посмотрела в отзывах. Бургунд на волосах у девчонок выглядит красным. Причем таким огненным красным. Бургунд, вино, да? А здесь он такой сиреневым отливом. Вот этот цвет мне нравится. Я не знаю, конечно, что получится, но будем сейчас с вами замешивать. Сейчас замешаем. Я помою волосы. Кстати, буду мыть уже третий раз. Сейчас покажу. Шампунем Эксперт. И маска из этой линейки, да, артикул 1889, который у нас с вами питательный, активное питание. И пока зуда кожи головы нет. Я уже вам в историях на ютубе рассказываю ход действий, как зуда кожи головы нет пока. Потому что после старой версии у меня был уже сразу после первого применения. Сейчас вот третий раз уже буду мыть ему волосы. Так, мы с вами сейчас возьмем чашечку и замешаем. Я хочу где-то 2/3 карамели и 1/3 бургунда. Так, она вообще тут темная. Я боюсь, как бы она не просто рыжий отлив давала. То есть она вообще темная, черная как будто. Ну, надеюсь, все будет нормально. Достаточно жидко, писали в отзывах, течет, но в то же время были отзывы, что закрашивает седину. И волосы потом блестят. Состав мы с вами в одном из влогов уже смотрели. Здесь состав хороший, очень много масел и действительно хна. Поэтому я надеюсь, что волосам такой метод окраски понравится. Так, здесь, по-моему, тоже у нас с вами крем-краска, не в порошке. Тут инструкция. И вот такая сашеточка 50 мл. Наверное, половину ее я добавлю. В следующий раз я себе выбрала немножко другой оттенок. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, сейчас получится достойный результат. Так, да что-то не скрывается. О, вскрыла. Такая вот сашеточка. Сейчас, наверное, половину я ее добавлю. Так. Все, хватит. Она какая-то красноватая по сравнению с предыдущей. Камера вам даже не передаст. Какая-то шоколадная. А запаха никакого химического нет. Есть запах, ну... И запах чего-то еще не пойму. Наверное, масел, мне кажется. Я так думаю. Что у нас с вами при замешивании? Сейчас еще 7-3 добавлю, получится. Я не представляю. Надеюсь, что не рыжий. Потому что если бургунд дает ярко-красный. На упаковке красивый цвет. А там по факту. Может и вообще не возьмет. Хотя у меня волосы достаточно светлые. На кончиках вообще светлые. Так. Ну вот замешала. Сейчас помою волосы. Подсушу их полотенцем, иначе она правда будет течь. Потому что такая достаточно жидкая, сметанообразная консистенция. Вот такая. И будем наносить на волосы. Помыла волосы. В последний момент решила, что лучше сделать это вот этим шампунем детокс. Потому что перед любой покраской лучше использовать очищающий шампунь, чтобы чешуйки волос как можно сильнее открылись и потом набирали в себя цвет лучше. Вот, поэтому вот так. Буду наносить, скорее всего, сейчас над ванной, потому что жидковатая, боюсь, вся уделаюсь в этой хне. Но масштабы бедствия не так велики. Оттенок на волосах у меня какой-то бордо, мне кажется. Я красила кисточкой по проборам. В принципе, во время покраски не текло. Потом над ванной прочесала. Вот на ванну попали капли. Я их через 30 секунд начала смывать. И они уже въелись в ванну цвет. Поэтому в рекомендациях девчонки в отзывах советуют держать 50 минут. Мне кажется, я подержу минут 20, не больше. Явно. Достаточно. И посмотрим, потом посушу, посмотрим, что получится. Пока вот какой-то оттенок. Ну, красно-фиолетовый. Нет, с красивым отливом. Я хотела, чтобы был похож на краску 546. Я вчера пересмотрела фотографии свои. Мне показалось, что этот оттенок, ну, для меня самый удачный. Яркий, интересный. И вот пока похож. Вам камера дает больше красного, а здесь вот есть фиолетовый все-таки подтон. Ну, посушу, посмотрим. С кожи она уже, кстати, плохо смывается. В отзывах писали, что в кожу въедается сильно тоже краска хна.
Прям остаются следы. Так что буду с красной головой на несколько дней ходить до следующей помойки. А может, и не до следующей. Цвет на мокрых волосах, в общем-то, красный. И, как ни странно, относительно равномерный. Похож на 5,46. Сейчас, мне кажется, посушу, будет прям вот очень похож. Смотрите, с головы практически не отмылась. Я бальзамом как следует хорошо помыла. Видите? Придется так пока походить до следующей помывки. Со следующей, надеюсь, хоть головы отмыть. В общем, такой вот он. На 5,46 очень похож. Сейчас посушимся. Галя до нем. Ну вот, как-то так. У нас там парковку делают. Трактор жужжит. Мне кажется, девчонки, это 5,46 полный аналог у меня получился. Только это не краска, а это хна. Будем с вами наблюдать, сколько держится. То, что закрашивает седину, закрашивает. Действительно, закрашивает не хуже любой краски. Но это пока. Посмотрим, как будет смываться. Это 5,46 точно, полный аналог. В общем, я, наверное, хочу пока вот так, в таком цвете ходить. Мне очень нравится. Как вы считаете, девчонки? Мне кажется, вот в пепельные тонах, которые меня постоянно тянет, они меня простят, серят, старят. К темному я не хочу тоже. Как-то он не простит, нет, он делает мне ярче, но, мне кажется, тоже возраст. А вот этот цвет мне очень нравится. Вот Faberlic Expert Color мы с вами красились. 5,46, видите, голова вся красная. Но ее, слава богу, не видно, но, надеюсь, отмоется. В общем, вот так. С хной, мне кажется, отрастить волосы получится еще быстрее. Волосы блестят, да. Но они какие-то такие жестковатые. Я бальзам-то, конечно, нанесла. В комментариях, кстати, на Wildberries писали накопительный эффект у хны. Она ничем не пахнет, аммиака там абсолютно точно нет. Цвет получился равномерный. Может, на кончиках чуть посветлее. В общем, я довольна очень. Я, походу, теперь буду краситься только хной. В общем, будем наблюдать дальше, как будет смываться и так далее. Сзади все то же самое. Но где... Да, началось будильник, как назло. Ладно, мы сейчас будем скоро собираться за Ксюшей в школу. Сегодня сокращенный день. Пойдем на почту за посылкой. Там силиконовая посуда с Алиэкспресс пришла. Знаете, вот, которая сейчас модная, везде реклама, которая на присосках к столу. Но не все позиции. У меня там одна часть посуды, по-моему, в этой посылке. И другая часть посуды я заказала еще комбез на Алиэкспресс. Крестюшки. Потому что, которые у меня есть, они все и великоваты. Комбез. И там должна быть вторая тарелка. В общем, у меня две тарелки и ложка. Вот эта вот модная силиконовая посуда, которая сейчас кругом вышла. Бюджетно, потом все расскажу. Забрали посылки. Вот здесь тарелка. И что-то еще пришло без отслежки. Я заказывала уже давно. Сейчас откроем, посмотрим. А, это, по-моему, слюнявчик хлопковый. Точно. Я заказывала один муслиновый, один, по-моему, хлопок пришел. Три посылки у меня еще без отслежки. Там погремушка, еще что-то. Да, открывай посылку, сейчас глянем сразу, мне интересно. Да, это вот такой слюнявчик хлопковый на кнопочке. Кстати, тоже на кнопочке, как муслиновый, который я вам до этого показывала. Очень-очень мягкий. Такой он треугольничком на шейку одевается и сзади на кнопочку застегивается. Мы уже, кстати, начали кушать прикорм. Я ей готовлю кабачок сегодня первый раз с кусочком морковки на пару. Вот, кушает с удовольствием, поэтому вот это вообще тема. Тему. Так, и тарелку открываем. Вот тарелка. Розовая, силиконовая. Должна хорошо присасываться. Посмотрим. И в комплекте ой, ложку уронила. Там тут малыш маленький подошел и задержался с нами. Вот такая тарелочка. Но сейчас вот везде они. В Инстаграм, в рекламе, ВКонтакте, да где угодно. Реклама выдает эту посуду. Классная. Мягкая. Посмотрим, как будет липнуть. У нас пока стульчика для кормления нет, нам рановато, мы в шезлонге кушаем, но все равно я выбирала именно такую посуду, чтобы она прилипала. Достаточно толстый силикон, да? Тут сзади есть наклеечки. Можно в микроволновке греть, выдерживает 220 градусов. Слушайте, в ней в духовке прям можно готовить. Все окей. Ложка красивая. Деревянная ручка, это дерево, это не пластик. Классно, экологично. Что-то тут прилипло. Все было упаковано хорошо, кстати. Вот такая ложечка. Она, кстати, достаточно большая. Я не знаю, малышу в рот такой. Я ее сейчас кормлю маленькой серебряной, которую она у крестной подарила на крестины. Она поменьше. Но попробуем сегодня. Не знаю, попробуем. Вот как все это поближе дело выглядит. Вот она ложечка. Она, кстати, тут снимается, по-моему. Да, вот так она снимается, чтобы промывать как следует. И вот она тарелочка. Еще мне идет такая тарелочка Микки Маусом. Я забыла, какого цвета, наверное, тоже розовый. Микки Маусом, где три секции. То есть можно кусочками будет накладывать овощи, фрукты и так далее. То есть она будет выбирать. Я сейчас придерживаюсь такого педагогического прикорма, да. С Ксюшей у нас, конечно, все по-другому было. Банки сплошные, и я ей в основном блендерила.
Зачем вы так делали, принцесса? Это должно прилипать к столу, чтобы вот она, когда кушала, она ее не двигала. Для супчика, тарелочка, скажем так. Но мы сегодня из нее помоем, попробуем кушать кабачок. Вот. Мне нравится. Я вам ссылки тогда оставлю. Если надо, проходите. Я, кстати, заказывала комбинезон, вот эту тарелку и другую тарелку через AliExpress.ru. Я там заново второй раз зарегистрировалась на Ксюшин номер. И там при регистрации дается скидка 500 рублей. И поэтому мне вот эта тарелка, другая тарелка, вот Микки Маусом большая, и комбинезон теплый, который придет, вам тогда покажу, они мне обошлись в 1100, все. Хотя вот такие вот комплекты, даже тарелка с ложкой, они дешевле 560 рублей, наверное, нигде не найдешь точно. А то и 600 с чем-то. Одна вот эта тарелка, там у меня получается еще одна тарелка и комбез теплый, крестюшки. Такой красивый возле почты, осень прям золотая. Крестюшка спит, мы со школы, вот у нас тут почта. И такой скверик, тут мемориал славы героям Тульского рабочего полка. И мелочь, да. Мемориал у нас тут ремонтировали его недавно, лавочки. Там одни качельки вот сзади есть. Вот такие лавочки везде сорными. Красиво, красивый такой скверик, можно погулять. Здесь все время голубей кормят. Там они обычно стая, сейчас мало что, на деревьях все сидят, никто не кормит. Такой плиточкой все, брусчаточкой уложено. Вот такой вот скверик. Вот они прилетели. Все время их тут куча, просто куча. Хочешь попугать побегать? Сейчас защитники животных мне напишут, что мы еще и садисты. Не только каштанами мусорим, но и издеваемся над голубями. Не, она их просто пугает. Я вообще не люблю, если честно, голубей. Самое тупое животное на свете. У них практически нет мозга, нет инстинкта самосохранения. Это как бы научно доказано. Поэтому я этих птиц не люблю. Хоть голубь птицы мира, но они настолько глупые, что это просто капец. Никакого инстинкта самосохранения. На голову будешь наступать, мне кажется, он не улетит. А вот цвет волос мой. Мне нравится. Розовый, да? Нет, но он все-таки хорошо, что он такой вот, не прям красный, не с красным отливом. А что вот это вот есть розовинка. 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 Сейчас будет еще подсмываться, интересно будет, как будет. Так мне нравится вообще. Классно. Ярко. Подходит под цвет глаз, они у меня сразу становятся зелеными. Я когда крашусь в блондинку, они у меня какие-то кари-болотные. Когда я брюнетка, они у меня карие. Но вот так вот смотрится почему-то. Когда я крашусь что-то рыжее или красное, они у меня с зеленцой. Не знаю, почему так играет цвет глаз всю жизнь у меня. Вот. Ну вот вроде прилипает. Я оторвать ее от стенки не могу. А если еще помочить, она слегка мокрая, Ксюша сейчас мыла. Вот так, хоп. Не оторвешь. Хорошо прилипает. Так можно только стянуть. И то не очень. Поэтому нормально прилипает. Здорово. Понравился наборчик. Ням-ням-ням. Сама бы с такого ела. Держится. Может, придется чуть-чуть мочить. Не знаю, посмотрим. Брали посылочки, оставшиеся с AliExpress. Вот она, тарелка другая. Красивая. Да, Микки Маусом порционная. Классная. Давай, разрывай, Катя. Мы быстрее все распечатаем, нам интересно. И вот он, костюм. Тоже с AliExpress, красненький. Крестюшки. Я вам дома тогда распакую, все покажу подробно. А тарелочка. Она, кстати, не так прилипает, как глубокая. Хотя нет, так, слушайте, о, прилипает, да, прилипает, прилипает, хорошо, все отлично. Вот так она выглядит, силиконовая, Ксюшенька ее помыла сейчас, то есть сюда что-то положили, сюда что-то положили, сюда что-то положили. Ой, прилипло. И ребеночек сидит, кушает себе, берет ручками, что хочет. Можно повесить ее, и вот она какая с обратной стороны. Вот такая вот силиконовая посуда. Комплектик у нас собрался. Комбинезон распаковала. Вот он как целиком выглядит. Классный. Но вот я брала ростовку, по-моему... Господи, 74. Какая тут ростовка? А, 80 я брала. Они еще больше мерят, писали. Ну да, он, в принципе, до ростовки, мне кажется... Сейчас я положу рядом комбинезон, в котором мы ходим сейчас. В принципе, почти такой же. Но тут можно подвернуть рукава, да? Почти такой же по размеру, то есть великоват. Мне надо было все-таки 74 брать, потому что больших у нас много. Вот этот ей великоват сейчас. И он, представляете, 74. Тоже большемерка. Надо было вот такой мне брать, конечно, поменьше. Может быть, даже не 74, а какой там перед этим размер. Да, котеночек.
Вот, потому что вот этот нам велик. Смотрите, он широкий, даже если детки такие, да, крупненькие. Здесь кармашки. Вот такой вот лейбл, Rabbit. Я взяла красный. И вот такие у нас ушки на капюшончике. А внутри флис. Достаточно тепленький. Я не знаю, как насчет сильные морозы, хотя нет, вот здесь вот прям плотненький. Сейчас расстегну. Расстегнутый. Здесь такой мягенький-мягенький, наверное, это флис, да? Катышки небольшие, красненькие. И он расстегивается, кстати, вот так до зада, до попы, грубо говоря, до копчика. Не знаю, почему так сделана молния, но она сделана вот так. Капюшон объемный. Если вот здесь он нам в облипочку с резинкой, здесь объемный. Вот докуда молния, смотрите. До попы. Вторая. То есть можно вот так вот расстегнуть спереду назад. Сейчас подверну рукава и ножки. Ну, у вас, смотрите, какая прелесть. Он стал поменьше уже. Сейчас мы его опробуем. Попробуем в нем погулять, пойти. У нас сегодня солнышко. Хорошо в таком будет по толщине. Но мне кажется, до минус 10 нормально. Еще смотря там, что пододевать. Мы под это, допустим, сейчас пододеваем хлопковый бодик летний. И все. Больше ничего. Я не кутаю ребенка совершенно. Но капюшончик объемный. Ну и шапочку, конечно, мы одеваем. И здесь, естественно, будет шапка, потому что капюшон без резинки. Можно, кстати, резинку будет пришить самостоятельно. Ну, в общем, за такую цену я очень рада, девчонки. Качество вообще обалденное, хочу сказать. Прям вот не Алиэкспресс, как будто. Это получается у меня вот две тарелки, ложка и вот этот комбез вышли на 1100. Я вам ссылки на все товары тогда под видео оставлю. Кому интересно, проходите, смотрите. Ну, на этом влог свой буду заканчивать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.